Изверги, блядь, что вы делаете? Программу «Парни пробуют», и сегодня мы посреди Атлантического океана будем плавать с акулами. Обычный африканский четверг. Мы уверены в успехе, потому что с нами есть человек, который служил на флоте. Да, ребята, держитесь меня просто, все будет в порядке. Пока сюда ехали, Леша говорил, вот вы будете блевать, потому что первый раз в океане все блюют. Ну да, это как бы на самом деле не стоит этого стесняться, это все это нормально. Это будет тот первый случай, когда Леха не будет блевать, а мы будем. Ну, в общем, чего, ждем акул, мы вот переоделись в гидрокостюмы. Я вообще, да, видно шероховатости тела в гидрокостюмах, кстати. Я вообще, если честно, не думал, что я вот первый раз буду купаться в Атлантическом океане, буду купаться в клетке. Это как будто тебя арестовали рыбы. Да, Нептун меня ударит, трезубцем. Естественно, мы здесь благодаря нашим друзьям, которые нас поддерживают. Это X-Team, Одноклассники и Rocket Bank. Ну чего, парни пробуют, смотрим. Я видел акулу внизу. Right now, внизу? I saw the Она под тобой, Лёш. Ёбаный мать. Ой, блин, это жестко вообще, она прям рядом. Я видел её под водой, она такая огромная. Я думаю, что у нас же Большов не надел обувь, и сейчас все эти акулы на самом деле охотятся за его стопами. Какой у тебя сейчас размер ноги? А пух 46-й, да? Немножко сужен. А будет 12-й. Она прям близко была. Она мне в душу смотрела, Это капец как неприятно, когда ты знаешь, что где-то рядом плавает акула. Нельзя обоссаться, сказали, ни в коем случае не ссытесь. Но это первое, что хочется сделать. Как вы думаете, откуда вот эти вот сгибы на клетке? Интересно, блин. Мы слышали, что принято...